Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 225 4G изменить обои. Переходим в настройки, персонализация, фон экрана блокировки. Нажимаем либо фоновые рисунки, либо нажимаем выбрать из коллекции, у нас открываются наши фотографии. Выбираем то, что нам нравится больше всего, и подтверждаем. После чего выходим и видим, что обои изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!